Таня Лиса накидывает на Броуков. Нет смысла. Читал? Нет смысла, я читал. Я тебе скажу, что мир дуален. У каждого своя точка зрения на любой вопрос. Это точка зрения Тани Лисы. Я ругаться не хочу. Как ты понимаешь, наши пути разошлись. Не будем загадывать наперед. Возможно, Арсений Логашов когда-нибудь у нас в команде будет еще играть. Если вдруг он не договорится, может, с другой командой. Или захочет наша играть. По поводу Тани, сомневаюсь, потому что, мне кажется, она слишком много понакидывала. Там еще были моменты, что такой результат, потому что президенты ездят там по заграницам во время сезона. Блин, ребят, ну, я все понимаю, но зачем типа переходить на личности? Таня Лиса. Ну, это нормально, когда люди хотят куда-то поехать, тем более, если им нужно визу сделать, допустим, да? Тоже может быть такой вариант. Поэтому у меня никаких обид на нее нет.